Всем привет, ребятки, мы снова вернулись в Суперход. Мы сейчас будем дальше играть. Мне очень эта сильная игрушка понравилась, вам, в принципе, тоже. Вот мне реально все время теперь хочется в нее играть и играть. Офигенная игра. Ну и давайте мы приступим. В прошлый раз мы закончили на уровне, где нам дали автомат. Потом там вот это вот был снова вот этот вот несанкционированный доступ. Но это уже я не записал. Не знаю сейчас, с чего игра начнется. Ну так, просто вам сообщил насчет вот этого вот несанкционированного доступа. Типа игра снова залагала. Ну, именно в игре, в Суперходе. Суперход залагал, ну вы поняли. Все, погнали. Так, новое сообщение. Ну, давайте напишем что-нибудь. Так, а, Enter нужно сначала нажать. Какие люди? Я уже несколько часов к тебе стучусь. Все это время в игре? Так, печатайте. А вроде всего ничего поиграл. Ха, так всегда. Ага, вот я в первый раз так залип. Ага, печатайте. Только там хаос какой-то, ни сюжета, ни цели, просто мочишь красных чуваков. Ну да, в принципе, никакой ни цели, ни сюжета. То на одной локации, то на другой, то на третьей, то тех убить, то там еще что-то. Как-то по-тупому. А, ну да. Вначале может так показаться. Печатайте. А потом что-то случится? А, типа вопрос. Не хочу спойлерить, но, наверное, сейчас уже не важно. Там добавили новые уровни, но они запаролены. Так, печатаем. Да, засада. Без Б. На всякий случай... Скину тебе их, если удастся взломать моя книга. Все ясно, короче. Новые файлы запаролены, все. Обновлено. Окей, давайте, мы сейчас будем их проходить. Новые уровни запароленные. Так, ну и пошла у нас загрузочка. Ставьте лайк, если вы еще не ввели. Ой, не ввели, введите пароль. Я уже заговариваюсь. Смотрю на игру и говорю совсем не то. Ставьте лайк, если вы еще не поставили. Так, печатайте. Enter. Доступ запрещен. Введите пароль. Ну, а что нужно? Доступ предоставлен. О! О! Ни хрена себе. Получилось. О, что-то произошло. Так, мы снова в игре. Ну, окей. Так, снова что-то залагало. О, все отлагало в игре. Так, что тут нужно взломать систему, ага. Ох ты ж, ее. Автомат. Это уже не хухры-мухры. Так, нам нужно вот этого завалить. Ой-ой-ой, у него винтовочка. Точнее, дробашек. Тихо, ну, он меня убивает. Ну, это реально уже будет посложнее. Я понял. Они взломали систему, все, я понял. Типа, нужен нам... Вот, дробаш. А, немножко не добежал я до этого красного. Сейчас все будет. Так, может, здесь где-то что-нибудь есть хотя бы, а? Не, ни хрена тут нету. Они взломали систему. На! Ну, я тоже хочу стрельнуть. Давай. Во! На! Тихо. Главное, тихо. Тихо. Опа-на! Так, тут никого. О-во-во! Тихо, спокойно. Вот, все нормально. Магазин пуст. Забираем у него автомат. Окей. Так, мне автомат больше нравится, если честно. Ну, что, мы всех? Нет, еще не всех завалили. Так, давайте выкинем, возьмем новенький с фуловой обоймой. Так, значит, еще кто-то есть. Ну, он, видимо, где-то здесь. Вот, вот здесь вижу. Вот он. На. Все, пройдено. Есть. Дальше.
Ты с ними? С кем? С кем я? О, определение места проникновения. Ёпперс, это что-то происходит. Что-то происходит. О-о-о-о. И что это сейчас было? Мы тебя видим. Камеры, да? Камеры, камеры. Снова, блин, игра залагала. Вылетает у нас. О, новое сообщение. Снова сообщение. Так, Enter нажимаем. Хочу играть. Чертов пароль. Произошло нечто странное. По-моему, я только что оказался в игре. Это не было похоже на мою комнату. Но я знал, что это она, как во сне. Очень все странно. Я зашел, но пароль не нужен. Игра взломана. Она была взломана с самого начала. Не жмоться, я же с тобой игрой поделился. Ты мне в долгу. Печатайте. Я этого не писал. Enter. Что я не писал? Что тут, видите, когда мы что-то отвечаем, что-то красное такое, оп, высвечивается. По-моему, ты переиграл. Да ладно, что ты тут развел? Чё? Что это за бред? Мне кажется, нам обоим не стоит в это играть. А пофиг, ну тебя. Нет сообщений. Все, дальше давайте играть. Короче, что-то вообще непонятное происходит в игре. Ну ладно. Инструкция. Какая-то инструкция. Во, мы в камере, йо. Жди сигнала. Какого сигнала? Так. Иди. Во, все, можно идти. Так, это, блин, мне напоминает камеру тюремную в Скайриме. Продолжай идти. Куда? Куда идти? Продолжай идти. Куда идти-то? Вы что вообще? Что мне делать? Иди дальше. Хорошо, стой спокойно. А ну-ка, стоим. Не двигайся. 5, 4. А, не двигайся. 4, 3, 2, 1. Хороший песик. Супер. И что это сейчас было? Супер. Какой-то бред вообще происходит, непонятно. Я хочу играть, я хочу убивать. Ты не контролируешь, что я не контролирую? Я все контролирую, пошли нахрен. Что это за бред? Я хочу стрелять красных чуваков, убивать. О, отправь его в полет. На! Ну все, он улетел. Вот еще. О! Стреляться наконец-то мы будем сейчас. Все, красный этот просто отлетает куда-то. Так, нам дальше куда-то. Куда-то нам надо идти. Видимо, сюда. Прыжок? Нет. Ох-ох-ох. Да как, в смысле он меня завалил? Я же за стенкой стоял. Отправь его в полет, забираем его дробовик. Все, чувак, лети, ты все равно умрешь. Все, он вниз полетел. Аук. Что с ним будет? Он умрет. Да, он уже он ударился. Так, этого мы завалили. Так, мышку, опа, поправим. Все, погнали дальше. Спрыгиваем вниз. Так, тут чувак. Патронов нет, аж 2 всего лишь заряда, я понял. На. Все, этого мы завалили вроде. Да, завалили. Берем пистолет. Тихо. Ох-ох-ох, как опасно. Как очень опасно. Завалили мы его? Да, мы его завалили. Что тут с лекарством надо сделать? Как я промахнулся-то? Так, у этого автомат. Надо его валить. А ну иди нахрен. Тихо. Спокойно. Валим его. Есть. Автомат. Умри. Ох, ох, на.
Так, мне нужен автомат. Черт. Есть. Мы прошли. Мы еле-еле это все смогли сделать. Вы видели? Буквально возле меня все эти пульки пролетали. Так, ну что-то снова произошло. Привет. Заход с тыла. Так. Нате в морду. Нате еще раз в морду. Нате еще по руке. На тебе еще. Так, мы чувака просто избили. Тихо. На. Хватаем. Пистолет. Спасибо, чувак, за пистолет. Куча просто бутылочек. Походу, вина какого-то. Этого они не ждали, что? Вот, блин, автомат. Воу-воу-воу. Тихо, спокойно. По нам там такой залп дают. Минус. Так, с этой стороны к нам тоже могут зайти. Возьмем новый автомат. Да, вот еще один. Все, пройдено. Готово. Класс. Дальше. С тем чуваком мы поссорились. Когда ты поймешь, что я пойму? Танцуй, собака. Ох ты ж. И что нужно делать? Как пройти, блин, этот уровень-то? Как пройти этот уровень? Нужно уклоняться от его выстрелов. Думаешь, ты по мне попадешь, у меня, блин, все слоумо. О, это уже поопаснее будет. Тихо, тихо, спокойно. Сейчас они, блин, со всех сторон по мне залп дадут, а то мне будет. Уже, да-да-да, началось. А, ну что это за фигня? Ну и как мне стрелиться? Что это, блин, за уровни? Это такие. И типа мы прошли или нет? Нет, мы не прошли. Тебе здесь не место. Ага. Ну там типа нельзя было выиграть, я понял. Собаку нам дают. Так, мне нужно оружие. Так, вон катану я вижу. Вот так. Немножко не хватило. Хватаем кота, но этого руба сзади. Я хочу просто типа всех катаны разрубить. Так типа эффективней. И этого сразу же, и этого. Так, по бокам никого. Так, проходим. Так, вроде я знаю, пули можно рубать. Да-да-да, их можно рубать. Да, ну в смысле, как так-то? Пули можно ж рубать. Проходим этому в морду, этому тоже. Хватаем катану. Не успеваю я. Короче, валим их, да и все, мне не надоели. Тихо, сюда заходим. Нахрена я это сделал? Его пистолет хватаем и убиваем. Следи за тылом. Тихо, тихо. Супер. Пройдено. Супер. Сложновастенько уже, посложнее намного. Экстремальный лифт. А, ладно. Я просто даже не понял, кто именно по мне стрельнул. А, и моментально меня убивают, ясно. Так, ну вот этот больше всего на меня. Ну, капец. Так, вот этот чувак по мне стреляет. Первый.
Нет, я не успеваю. Нужно раз. Да. Ох. Я не успеваю, я бью и не успеваю ничего сделать. Так, нужно, чтобы они все стрелялись. Охрененно, что я могу сказать. Так, нужно осмотреться. Да, круто. Короче, просто лупим их. Да я ж от это отошел, блин, почему? И сзади меня валят. Да я промахиваюсь, что ли? Охрененно. Тихо, вот. Пистолет надо, не надо было уже брать. Я понял, этого нужно ударить. И вот, проходить сюда, бить вот этого. Тихо. Ждем его пулю. Вот, уклоняемся. Та почти ж, гадский, блин, чувак справа этот стоит. Валим его. Оп, уклоняемся. Блин, ровно не в пистолет. Так, оружие. Вот еще оружие. На! Да уж. Короче, просто надо его валить, да и все. Ну, тут еще один. Очень слишком сложно. Не уклонился я. Так, оп. Ну, я не успеваю, что за фигня-то? Вот, все. Эти стрельнули, все. Хватаем пистолет. Этому в морду его кидаем. Собираем. Стреляем по этому. Хватаем пистолет. Валим вот эту. Они этого убивают, молодцы. Давай, нужно стрельнуть. Ахахах. Совсем немножко, вы видели, не хватило мне? Очень немного не хватило. Все, готово. Пистолет берем. Ох, я в пулю ровно попал. Ну, мне задница на этот раз. Из-за вот этого обстоятельства. Все. Ай, пистолет снова. Так, ну этот пистолет, если второй, блин, они не будут рушить, я пройду. Но они сели. Ай-яй-яй, капец, это жесткий просто уровень. Ахахах, что так сложно? На, пошел нафиг. Я понял, нужно сначала бить, потом отходить. Вот, раз. Хватаем. Так, вот этот самый ко мне ближний. Этому в морду, этого лупим. Да побыстрее. Ну и меня валят, класс. Что могу сказать? Три пистолета, в итоге ни хрена ни один не остается, блин, под конец уровня. Эти поцы стреляют, и прям в нее в эти пистолеты. Нахрена вы прям в пистолеты идете, стреляете? Да и как, блин, от одной пули ломает целый, блин, пистолет-то? Где пистолет-то этот? Ну все, классно, блин. Пошел нафиг. Я не могу его пройти. Уклон в пистолет. Так, этому в морду. Наш пистолет Тед хватаем. Стреляем в этого. Прикрываемся нашим вот этим чувачком. Нет, мы не успеваем. А, нет, нормально, нормально. Так, ну, совсем немножко-то не хватило мне. Ясно. Я не знаю, я этот уровень смогу пройти. Но он меня уже раздражает. Он дико сложный. Охренеть, я уже просто забыл, как его проходить. На, отходим в бок. Это тоже стреляем, лупим. Это в это время лупим, просто избиваем, хватаем оружие, стреляем.
Оу, чувак, просто лучший. Спасибо, что ты в него стрельнул. Есть, прошли. Вы видели? Свой, завалил же своего, из этого я только и прошел. Не то, он меня сейчас просто лупанул бы, и все заново. Повезло. Есть, прошли, пройдено. Было дико сложно, сколько я на нем фейлил. Ни сюжета, ни цели, просто мочишь красных чуваков. Ну да, как бы оно так и есть. Ты вообще понимаешь, что делаешь? Ну, мочу красных чуваков. Следи внимательно. Куда следить? Нажал, нажал. Мы все видим. Нажмите на него, чтобы принять. Что мы видим, блин? Ну и куда, куда мне нужно? Ты. Это всего лишь твое тело. Твой мозг здесь, с нами. Ого, как все сложно. И что мне делать? Попробую отключиться. Escape, чтобы отключиться. А если мы тебе не позволим? Еще не... Попробую еще раз. Мы можем оставить тебя здесь навсегда. Ну а как мне выйти? О, я вышел куда-то. Это уже не игра. Выйди. Пока можешь. Ага, конечно. Мы не верим, видимо. Ну, чё он ничего не ответил-то? Вот это поворот. Прошу прощения. Ты не понимаешь. Тобой управляет гордыня. Пообещай больше не запускать суперход.exe. Не буду. Повтори эти слова. Я больше не запущу суперход.exe. По-моему, мы сейчас чувака этого обманем. Беседа завершена. Ну ладно. Давайте запустим. Ну, прикольно сделано. Спустись. Так, о, у меня катана. Охренеть. А ну, чувак, иди сюда. Наверх. Да я понял, что наверх. Тихо, спокойно, со всех сторон, блин, по мне стреляют. Охренели совсем. Свой попал по своему снова. Что ж вы так любите друг дружку-то убивать? Они прям все время друг друга, блин, убивают. Стреляют по мне, попадают. Вот придурки. Так, что-то там опять снова произошло. О, что это за уровень? Кидаем рацию, забираем пистолет. Валим сначала вот этого, а теперь и этого. Ты уверен, чувак, что ты меня перестреляешь? Не, ну мне уже суперход с первой секунды, он мне, да, понравился. Ой, ёп, ПРСТ. Я думал, что он с другой совсем стороны. Привет, правильно, разбивай стекло, а я в это время тебя завалил. Так, у меня, я знаю, патроны, да, закончились? Ничего, у меня есть новенький пистолет. Привет. Своего снова чуть ли не попали. Что ж вы так любите-то стрелять по своим? Еще не все. Сзади, сзади. И не только сзади.
Давай, стреляй. Хотя, ладно, тебя, наверное, свои же и завалят. Ого. Как тут все опасно. Ой-ой-ой, да как так-то, блин, дробовик. Косое говно, блин, просто. Кинул его как-то коряво. Как так произошло? Он большой сильно. На. Все нормально. Выкидываем пистолет. Привет. Заседание закрыто, говорите? Это еще не все, да? Окей, я понял это. И так уже. Правильно, вот с винтовочки лучше давайте постреляем. Так, еще тут один, да сколько ж вас, блин. Так, быстрее автомат. Завалили. Все, пройдено. Класс. Уровни здесь все веселее и веселее. Здесь реально сюжет какой-то появляется. Хоть пока что непонятный, но появляется. И меня это радует. Я тем более играю в суперход и вообще не знаю, что здесь творится. Вот как раз узнаю. Ты не держишь свое слово. Да идите вы задницу. Я хочу поиграть. Навести себя. Че? Как-то? Как-то? Как я могу навести себя? Сейчас тут у меня красный, да, будут? А, нет, стопы, во-во. Ты знаешь дорогу. Да, я знаю дорогу. Здесь налево. И вот здесь направо я буду. Ну вот же, я вот здесь где-то сижу. Вот он, я сижу. Это я здесь живу. И, ну и как ко мне зайти? Ты научишься по-плохому. А где это я? Вот он я. Да блин, что за дома будущее? Проверь, не больной ли? А что, сам себя завалил, что ли? А так надо было? Че за бред? Я сам себя завалил? И что теперь с игрой? Не, все нормально, походу так надо по сюжету. Как голова? Болит. Это нормально. Ты видишь в системе игрушку. Это не игрушка. Это инструмент. Я не могу с собой управлять. Я даже не печатаю эти слова. А кто им? Я ж печатаю их. Я не знаю, что делать. Ну... Все ты знаешь. Выйди. У тебя травма головы. Обратись к врачу. Ничего этого не было. Это конец твоей истории. Я нет, я не хочу, я еще хочу играть. Дальше играем. Мы же договорились. Да иди ты нафиг. Ну, а как играть дальше? Торжественно представляет полная версия игры Суперход до выхода 25 февраля 2016. Суперход Реплейс. Может, Escape надо нажать? Ну, играть. И как играть? Как играть? А как дальше играть? Это не конец. Я не знаю, а что дальше делать? Надо все поклацать. То как квит остается. Ну, походу, я просто не знаю, если я сейчас нажму квит, у меня не сохранится запись. Блин, я не знаю, что делать. Короче, давайте мы тогда уже продолжим в следующей серии, раз такая фигня тут получается. Тем более, я думаю, мы и так там нормально уже наиграли. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Думаю, эта игрушка вас заинтриговала, как, в принципе, и меня. Я вот реально хочу узнать, что там дальше-то будет. На этом я с вами прощаюсь. Подписка, спас лайки. Всем пока-пока.